Важное значение при этом имеет восстановление межпалестинского единства, чему мы всегда стремились способствовать, предоставляя возможность представителям различных палестинских движений вести на московской площадке столь необходимый диалог. Убеждены, что палестинцы способны самостоятельно определить свое будущее, без вмешательства извне, как бы кому-то не хотелось все решить за них и против их воли. Это касается, кстати сказать, и будущего Газы, как неотъемлемой части палестинского государства. Мы все знаем о том, какие закулисные контакты осуществляются, какие планы вынашиваются, которые предрешают будущее устройство и Газы, и всего палестинского государства, хотя там о государстве речь практически не идет. Считаю, что все должны уважать принцип «ни слова о Палестине без Палестины».